День добрый, дорогие друзья. Зовут меня Сергей, канал Домовенок. Тенька задает вопрос мне, как заточить фрезы для ручного фрезера. Я бы назвал это так, ну не заточка, но заправка фрез, которая продлит ей рабочую жизнь и также улучшит качество обработки древесины. Заправляются они очень легко, но при этом нужно иметь алмазную чашку, ну соответственно и заточной станок, на который эту алмазную чашку мы установим. Но даже в отсутствии станка можно справиться с алмазными надфилями. Суть заточки фрез основывается на том, что мы снимаем, ну вот допустим я взял пазовую фрезу, снимаем вот эту плоскость, то есть не вот эту затачиваем, потому что если эту начнем точить, у нас пазовая фреза, допустим, имеет определенный какой-то диаметр, мы сточим его, и уже этот диаметр, ну, незначительно, но потеряет размер. Поэтому стачивается вот эта плоскость самого твердосплава, или как еще его называют правильно, карбид вольфрама. Так точится не только пазовые, но, допустим, вот она, кромочная колевочная фреза. Единственное, нужно перед заточкой снять подшипник, и очень важная операция, если, допустим, вы работали с какой-то смоляной древесиной, очистить от нагара смолы, от всяких загрязнений, ту плоскость, которую, соответственно, будем мы точить. Очищается все это любым либо химическим, либо механическим способом. Механическим способом можно какую-то не жесткую щетку, либо, если небольшой нагар, даже каким-либо канцелярским ножом. Твердосплаву какая-либо обычная сталь не страшна, он гораздо тверже. Но если какой-либо жидкостью, можно погуглить, в принципе, там скипидар, ацетон, возможно, бензин, какие-либо растворители, все это замачивать. И далее, ну, допустим, зубной щеткой все это стирать. Если это не почистить, то у вас просто алмазная чашка загадится этой смолой и перестанет снимать материал. Подшипник я открутил. В данном случае смолы тут небольшой слой, легко соскрябывается таким ножом. Далее включаю точило и таким образом подставляю фрезу буквально на пару секунд, переворачиваю вторую сторону. То есть я никаких приблуд не делаю. Можно, конечно, какой-то сделать кондуктор, зажимать фрезу строго, но я обхожусь так. Когда смотришь сверху, хорошо видно, плоскость прилегает либо нет. Ну вот эффект. Все, в принципе, фреза готова к работе, хватит теперь ее надолго. Без точила, но у меня надфиля нету, я покажу. Ну, соответственно, просто алмазным надфилечком несколько раз проводите по этой плоскости. И, в принципе, тоже фреза у вас рабочая, заточенная. Надеюсь, кому-то помог, друзья. До скорой встречи, пока.